меня все так понимают. Все? Ну, как все, большинство. У меня есть, конечно, жесткие подрывы, но это уже индивидуально. Да. Я перескоплю. Завтра поднимать всем надо. Да, много не поднимайте, голодничок оставь. Я кто не... Голодняк будет. Да, как вот вес почувствуй. А то сейчас поднимем 90. Не, не, сполос, сполос, сделай. Так. Да! Вот. Красавчик. Локти выше. Еще раз толчок. На грудь опусти. Стоп, не суетись. Локти выше подними. Грудь подними. Грудь подними прям. Вот, держи грудь. Вниз пошел, грудь держи. Держи. Дал. Вот. Вот она пошла туда. Вот она пошла. Завтра соревнования по тяжелой атлетике. Как рука? Она... Дядя Сереж пришел троллить. Чтобы немного сбить настрой. Все готовятся. Оператор. Да, да. Еще вам прикол один про пальцы. Что поделать, друзья, если плохо видно? Это все от интернета зависит. Ю, про пальцы. Для себя тоже. Если вы перед толчком, для профессионалов не важно. Полной рукой держит, на пальцах держит, не важно. Если вы, вот как ты сейчас делал, держишь на пальцах, это плохо. Почему? Представьте, что вы поднимете руки без штанги. Ага. И вы будете знать, что через какое-то время на вас упадет штанга. Неважно, гриф, 50-ка, неважно. Вы не знаете, когда это случится. Вот вы ее подняли, руки ждете, минуту простояли, ничего не происходит. Что потом произойдет? Вы немножко расслабитесь, и руки немножко так опадут. И в следующий момент падает штанга. Что происходит первое? Руки идут вниз, дальше ваш организм понимает, что что-то произошло, и он начинает работать. Вот когда вы толкаете с пальца, вы не знаете, где штанга закончит свой полет вверх. Она первое, что с вами произойдет, она вас ударит. Когда вы держите полный ее хватом, вы ее контролируете, вы знаете, где она сейчас находится. Понятное дело, гибкости понятно. Не хватает, но оно, надо понимать, зачем это нужно. Полный хват. Да. Это немного лекции было по тяжелой атлетике для вас, друзья. Понятно. Все для вас. Теория за день без соревнований. Теория, да. Теория, я впитываю информацию, чтобы завтра пожать, занять предпоследнее место. Полный хват. Порвать, Сережа, и локти, локти. Любой непонятный ситуации, показывай банку. Целиком все, да? А, это Денчик. Все-таки на 80 решил. Ну он 83 сделал. Я приходил. Что, дуговато? Для таз очень высоко. Вот при такой постановке ног ты и свой, при такой постановке позиции, ты только на спиной тащишь. У тебя ноги вообще не работают. Ну чуть-чуть, заряди ноги. Ну с ног сними. Ноги и спина намного сильнее, чем просто спина, правильно? 100%. Вот, поэтому с ног сними и помедленнее, ты очень засаживаешь сильно. В смысле, вначале медленно? Конечно, таз ниже, покажи позицию, стоп, центр тяжести вперед, грудь подними, стоп, стоишь, стоишь, ноги почувствовал, с ног сними, еп, хотя бы она вертикально полетела. Ничего, нормально. Ну, просто 60. Нормально. 500 человек. Мы растем, друзья. Потихонечку. Я иду. О боже мой, кто же это идет? Вы знаете этого? Этого господина? Это же специалист по методикам. Ой, друзья, у меня ничего не получается. Забитый, как Саня. У него ничего не получается, потому что он даже не пробует. С телками на пляже прокувыркался весь день, ё-моё, профукал тренировку. Я пришел на тренировку, вот я себе стою. Я стою, перескоплю. Кто же может перескоплить? Колени немножко раздвинь в стороны, заведи ноги, грудь подними, еще выше грудь. Все, стоишь, стоп. Почувствуй ноги, с ног. И дал! Выпрямился. Грудь подними, локти выше. Все, держи локти! Я! Хорошо. Конечно. Вот это не засчитают. Не засчитается? Конечно, ты вот с этой позиции сразу начал бросать. Выпрямился. Мы здесь ноги выпрямили. И здесь ноги выпрямили. Я забыл собрать их.
Так обрадовался, что поднял. О, походу Юрка меня уделает. Че? Сань, как у тебя идет дело с этим? После утренней тренировки по Мауэй-тай, с которой Сергей Николаевич все-таки ушел, видимо, не стал. Не знаю, не стал он нас руководить, было обидно, потому что на самом деле мы стали ради него пришли туда. После утренней тренировки, ты не поверишь, 2 часа я нарослил 4 килограмма, и после этого уже все. Я только отсыпался, отъедался. У меня руки не поднимаются вообще. Так что завтра у тебя точно есть фора, потому что ты работал аэробно, а я работал вообще убитый как лучше. Да. Так что так. Показать банки? Ты еще скоро запомнишь. Кураж сразу дает. Ну, такая небольшая баночка у меня. Да, нормальная баночка. Здоровая. Так. Трусы кто-то хочет, чтобы подарил. Ребята, они скоро будут на сайте, их можно будет купить. Все трусы, которые можно было. 90. Кстати, это не трусы, вы меня запарили. Это шорты. Это шорты, трусы гораздо меньше. Они уже все у девочек здесь навели, и у нас будет интересный, красивый конкурс. Так что вот так. А болт мужские еще длиннее. А у меня вообще уни-белье, то есть мужчины, если могут позволить себе такое таскать, то они мужские. Я понял себя, красавчик. Ну, спасибо. Так что берем, смотри, розовые сердечки начали ставить. Розовые, они вообще шикарные. О, постой. А у кого-то синие. С бедер! Так. Локти держи, не опускай. Не опускай локти! Да. Ну, за счет того, что у тебя все-таки данные... Нет, у тебя данные хорошие. Просто подсознательно у тебя сидит, да, хороший техник. Он, видно, не устал сегодня. Чуть-чуть ему поработать, он будет... Так, ну что у вас еще интересного? 100%. Слава, у тебя тело не болит как-то сегодня, нет? Или тебе нормально такая? Да нет, все просто. Нормально. Я бы сам проснулся, я понял, что я не могу... Что интересного в России творится? А? Что происходит? Что из новостей фитнеса? Может, мне что-то надо знать? Что надо мне знать? Расскажите. Ставьте сердечек больше мне. Больше сердечек хочу. Миллионы сердечек. Настя, сейчас покажу вам Настю. Оп. Видишь, опять не разрушил? Локти держи полным хватом. Локти не опускай, грудь подними. Оп. Красавчик. Молодец. Зачетный вес. Опять, видишь силой? Подорвал он сбросил. Страшно. Чего страшно, в стойку берет, блин. Непривычно. Все, хватит на сегодня, пацаны. Сегодня хватит, наверное, уже, да, ребят? А то я ваш поднял. Если честно, завтра мне тяжело будет вообще вес подбирать. Я никогда это не делал, не знаю, может, еще на 20 больше сделаю. Не-не, я это понимаю, я не собираюсь. У нас 3 попытки будет. Просто я к тому, что, может, там, если я 3-й любой сделал, может, даже на 4-й. Естественно. Мы не зачет. Хорошо, хоть просто. Я бы знал. Сколько я вообще сделал. Ладно, друзья. Пока и всем мир. Завтра будет тяжелая атлетика и водный бой. Ну что, сейчас под капельницей, короче, пацаны.